Депутаты проголосовали за улучшение условий труда для приезжающих специалистов. На очередной сессии собрания депутатов округа парламентарии приняли закон, призванный ускорить привлечение узких специалистов в области образования, культуры, спорта и туризма для работы в округе. Закон предлагает установить таким работникам процентную надбавку к заработной плате в полном размере с первого дня их работы в государственных учреждениях региона. На сегодняшний день в Ненецком округе процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет 80% к окладу. Принят законопроект, позволяющий нам выплачивать специалистам, привлеченным, приглашенным нами, да, для работы в государственных учреждениях в сфере образования, спорта, культуры, туризма, выплачивать с первого дня работы в данных учреждениях процентную надбавку к заработной плате в полном объеме. В первую очередь данный законопроект направлен на стимулирование процессов привлечения специалистов в округ. По мнению парламентариев, новый закон поможет снизить кадровый дефицит в сфере образования, культуры, спорта и туризма. У специалистов в области медицины эта норма уже работает. То есть, если приглашенный специалист приезжает сюда, то он не ждет начисление там, по полгода, каждые полгода 5%, он получает серную надбавку сразу. Это упрощает ситуацию для поиска медицинских кадров. Ну, в сфере образования, туризма, культуры и спорта тоже есть такая проблема. Лично ко мне обращался ряд специалистов, которые работают в этой сфере, с тем, что, мягко говоря, уровень заработной платы их не устраивает. Ну, слава богу, что мы это решение приняли, и теперь в округу станет проще привлекать специалистов. Эта мера поддержки будет действовать наряду с уже принятыми ранее и успешно действующими на территории региона, такими как, например, выплаты подъемных, компенсация на найм жилья, в том числе и федеральной программой «Земский учитель». Мы пришли к ней, исходя из нашей практической каждодневной работы, когда мы ездим в наши особенно отдаленные села, там действительно людей надо привлекать. Для того, чтобы к работе, я имею в виду, если они являются таковыми специалистами. Проект закона одобрен депутатами и вступает в силу после его опубликования. Дополнительных средств из окружного бюджета на предлагаемые цели не потребуется, так как при расчете необходимых средств из окружного бюджета уже предусматривается финансирование должностей, в том числе вакантных, с учетом предельных надбавок. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».